хочу вам показать один фокус, основанный на двоичной системе. Фокус, наверное, вы его, конечно, знаете, но извините, сейчас по занятию нужно. Называется угадывание числа. Давайте, чтобы игра не затягивалась слишком долго, давайте договоримся вот о чем. Числа у нас будут от 1 до 100. Разрешено следующее. Загадать число. И дальше про него буду им задавать вопросы. Причем вопросы не любые, а только те, на которые можно отвечать «да» или «нет». Так, сейчас нужны два добровольца. Один будет загадывать, другой отгадывать. Если можно, камеру отведите пока. И девочка как-нибудь там, не знаю, отвернись, сорви глаза. В общем, будь честным. Любое число от 1 до 100. Чтобы все видели. Все увидели число? Да! Замечательно. Так, все запомнили. Так, все, можешь уже идти к доске. Задавай вопрос. Первый свой вопрос. Дальше. Оно черное. Дальше. Следующий вопрос. Громче, вас не слышно. В десятичной записи? В десятичной записи? Так, ребята, обратите, пожалуйста, внимание, до чего неудачный вопрос она сейчас задала. Дело в том, что на вопрос «две цифры или три», когда человек ответит «нет», только в случае, если число однозначно. Если он загадал число 11, то он ответит «да», в нем две цифры или три. Если он загадал число 100, он тоже ответит «да», в нем две цифры или три. То есть ответ «нет» будет только для чисел от 1 до 9. Какой ваш ответ? Да. Да. В нем две цифры или три. Оно больше 50? Нет. Так, ребят, они уже какие вопросы разобрали? Четное. Не меньше, чем 10. И сейчас мы узнали, что оно не больше, чем 50, да? Уже три вопроса прозвучало. Дальше. Следующий вопрос. А сколько вопросов можно? Ну как сколько? Когда отгадает, тогда отгадает. Задала 4 вопроса. Дальше. Я с 3 вопросами всегда отгадала. Так, ты не храбрись. Пожалуйста. Оно делится на 2. Этот вопрос уже был. Но тем не менее, если вы хотите еще раз ответ на него. Да, оно может делиться на 2, потому что в первый же раз, в первом же вопросе, вам было сказано, что это число четное. То есть вы задали 5 вопросов. Дальше. Это число меньше 30? Нет. 6-й вопрос. Мы знаем, что это число не меньше 30. Число 45? Дальше. Уже 9 вопросов задала. Дальше. Громче, пожалуйста. Это число 46? Нет. Это число 42? Нет. Уже 12 вопросов. Уже 15 вопросов. Смелее, смелее, надо все-таки довести его до конца. Я спросил, он сказал, это же все уже. Пока он все честно отвечал. У нас целый зал свидетелей. Он написал число, и он отвечает честно. Нет, ребята, а вот это уже нечестно. А вот подсказывать с места, какое число, мы не для этого здесь собрались. Давай, давай, 15 вопросов задала, дальше. Число 8? Да. Это число 9?
Если оно больше 30, то было странно спрашивать про то 30 оно или нет. Оно уже больше 30. Дальше. Уже спрашивала. Заметьте, ребят, она еще и не записывала ответы на свои вопросы, поэтому уже не помнит, о чем спрашивала. Правда? Уже спрашивала про сон. Заметьте, она пытается быть психологом, пытается угадать, какие числа он считает хорошими, и, соответственно, нет, он действительно загадал какое-то случайное число. Вы уже задали 18 вопросов. Кстати, ко всем одна и та же просьба. Подумайте, на самом деле, сколько потребуется вопросов? Да, прошу. Говорить будь что ли? Говорите. Это 36, ответ нет, 19 вопрос. Господа, давайте мы будем слушать тех, кто удостоверится. Громче говорите. Ребята, вот эта вот якобы скромность, когда человек выходит и мямлит, это на самом деле хамство. Потому что когда ты работаешь перед людьми, то ты должен говорить так, чтобы было слышно. Люди простят вам ошибку, но вот такое вот заигрывание, что я прошепчу, это на самом деле очень неприлично. Да? Уже спрашивал, третий раз спрашиваешь. Нет, это не число. 20 вопросов уже задано. Это число 37? Нет, 21 вопрос. Дальше. 39 уже спрашивала. 22 вопрос. Узнала в очередной раз, что это не число 39. Спасибо, садитесь. За 23 вопроса.